диаметр треугольника любого будем называть длину наибольшей из его сторон. Задача. Докажите, что любой треугольник можно разрезать на два треугольника одного и того же диаметра. Повторяю. Докажите, что любой треугольник можно разрезать на два треугольника одного и того же диаметра. Упорядочим стороны, как в написано, А, В, С. Отложим от вершины против средней стороны отрезок длины B. Здесь получится какой-то треугольник. Да. Вот этот отрезок меньше, чем отрезок А. Да, да, конечно. А меньше B. Да, меньше или равно, да. Меньше или равно. Диаметр левого треугольника это либо отрезок длины B, либо вот этот отрезок. Да, если этот отрезок больше, чем B, то он, а если меньше или равен, то B, да. Он не может быть больше. А на самом деле не важно, потому что... Он не может быть больше, потому что... Просили разрезать на два треугольника одного и того же диаметра. Он не может быть А меньше B. А меньше B что? Поэтому этот отрезок не может быть больше. Больше, чем B? Потому что вот здесь, если вот этот треугольник или этот... То есть высота падает на наибольшую сторону. Да. И поскольку высота падает на наибольшую сторону, то действительно, да, будут действительно части диаметра B. Отлично, спасибо. Да. Хотя даже это можно было не выяснять.